Я уверен, многие из вас и даже я мечтали сняться в какой-нибудь телепередаче или принять в ней участие. Теперь у барнаульцев есть такой шанс. В краевой столице открылось новое квест-шоу по мотивам известной ТВ передачи «Адская кухня». Мы решили принять в ней участие и прямо сейчас расскажем, как там все устроено. Только переступив порог квест-шоу по мотивам адской кухни, ты сразу переносишься в эту атмосферу. Приглушенный свет, нарастающая музыка, столы, приборы и, конечно же, шеф. Как и на любой кухне, шеф – это главный. А здесь шеф – это человек, который не просто ведет квест, но и поддерживает атмосферу, настроение, напряжение даже в некоторой степени. Вот. Следит за тем, как готовится, что готовится, естественно, пробует, оценивает. Здесь шеф строгий, но справедливый. Всю прелесть этой игры мы решили проверить на себе. Надев фартуки бандану, мне была поставлена задача испечь блины. Под чутким надзором шефа я шел отлично. Правда, пару раз вынуждал его повысить тон. Почему мы не торопимся? Время у нас довольно ограничено. Сюда. Наливаем. Понял, шеф. Не понял, шеф. Да, шеф. Да, шеф. После того, как я более-менее уверенно завел тесто для блинов, мы перешли к процессу готовки. И здесь нареканий не было. И я даже испытал смелость удивить шефа умелым владением сковородкой и подкидыванием блина. А после перешли к дегустации и оценке от шефа. Прям подкручиваем. Вверх и вперед. Во. Во. Балову поставьте, это пожалуйста. Это уже какой. Для кадра. За Егорович. Молодец. Я по секрету скажу, очень многие люди любят готовить, даже если они об этом не знают. Мы решили, что очень интересно будет совместить формат кулинарных мастер-классов и квестов. То есть мастер-классы у нас в городе есть, квесты есть. Все это объединить пока не додумался никто. Мы это сделали первыми. То есть участники добывают ингредиенты, в какой-то момент они связаны. Где-то за руки, где-то за ноги, где-то они лепят на ощупь. С этого момента ваша игра началась. Главное — соблюдать правила кухни, делать все вовремя, держать рабочее место в чистоте и слушать шефа. Это залог успеха. Если вы захотите попробовать свои силы в кулинарном квесте, всю информацию вы можете найти в социальных сетях. QR-код и номер телефона вы видите на своих экранах. Помните, в этой кухне очень жарко.